Добро пожаловать на канал HardRosetInfo. Это телефон Nokia 2.2. И сейчас я покажу вам, как на этом устройстве включить раздачу интернета, то есть включить раздачу Wi-Fi. Для того, чтобы это сделать, вначале вам нужно открыть приложение «Настройки». Вот оно. Открываем его. Затем, после того, как мы его откроем, нужно будет перейти в самый верх списка и выбрать пункт «Сеть и интернет». Затем нажать «Точка доступа и модем», «Точка доступа Wi-Fi», и здесь можете настроить название точки доступа, нажав на него и изменив, нажав «Ок» потом, и пароль точки доступа, тоже можете его стереть и вписать свой. Затем можете нажать на кнопочку «Включить», и вуаля, ваш телефон раздает интернет, выключается точно таким же образом. Спасибо большое за просмотр этого видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, до скорых встреч!